Здорово, покемоны! Да ладно, шучу. Друзья, подруги, там кто меня будет смотреть или не будет смотреть. Ну, может, случайно кто-то найдет это видео. Короче, не суть. Сразу сорян за качество, за звук, за всю вот эту вот херню. А, и еще в таком виде, да, просто я, короче, с душа только вышел. Да, дубли будет дохуя кадров, потому что я стрёмно говорю на камеру, я вообще не могу говорить на камеру, как вы поняли. Моюсь я в душе сейчас. И у меня на YouTube Music играет песня Моргенштерна «Почему?». Ну, суть в чем. Короче, помните, раньше у него рубрика такая была на канале, Easy Rap называлась. И я такой моюсь и слышу этот трек и думаю, блин, а если попробовать записать вот реально точно такой же трек, ну не точно такой же, а как бы, чтобы он был максимально приближенный, но только со своим каким-то смыслом. У меня есть 1.5 часа времени, и что у меня есть? Так, давайте для начала я, наверное, переоденусь и продолжим нормально. Короче, I'm come back. Сегодня буду в Филе. Фила? Фила? Круто. Нет, давайте сделать так. Итак, что мы будем делать? Будем первым делом искать трек Моргенштерна «Почему?». Почему Моргенштерн? Кто знает. Заходим на YouTube, пишем Моргенштерн. Знаешь почему? Я богат и молодой. Знаешь почему? 10 лямов на ладонь. Знаешь почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь почему? Просто я делаю, что хочу. Так, трек мы нашли. Я воспроизвожу музыку с ноутбука, потому что у меня даже нет колонок. Ну, я не есть, но они через Bluetooth гарнитуру. Поэтому у нас будет все максимально бюджетно. Так, ищем на том же YouTube Моргенштерн «Почему?». Только теперь вписываем не минусовка, а инструментал по-английски. Инструментал. Так наверняка будет. Инструментал. Заходим прям в первое, то, что нам выдает. Самое первое. Оно? Оно? Так, что у нас есть? У меня есть ноутбук. У меня есть... Блядь, что тут геймпад делает? От плехи. У меня есть микрофон. Кстати, микрофон конденсаторный, но он... Это Dex U700. Самой бюджетной, короче, линейки. Покупал я его за что-то в районе 3 рублей, честно, вот уже я не помню. Я его брал, правда, вот в 21 году. Ну, что-то в районе 3000 он стоит. До этого я записывал треки просто на... В принципе, вы можете послушать мои треки, найти старые. Ну, такое себе, конечно, но учитывая, что-то еще сводил я сам... Сейчас трек я не буду сводить сам, потому что, во-первых, у меня времени осталось тут совсем чуть-чуть. Буквально, ну, час это от силы. И я просто сейчас то, что запишу под этот минус, я просто отправлю сводчику и пойду на работу. И попробую на работе потом что-нибудь снять, какой-нибудь типа клип или видео. Ну, у нас же должен быть клип, как у любого уважающего себя рэпера, да? Микрофон. Какие-то китайские наушники у нас есть. Вот, на которые, кстати, я записываю. И звук у них довольно-таки приемлемый, я скажу. Вот если ты случайно найдешь это видео вдруг, и, пожалуйста, подпишись, поставь лайк. А еще, если у меня сейчас получится это сделать, то просто дай какую-нибудь идею в комментарии, что на какой, допустим, следующий трек можно сделать подобный формат. Пиши, оставляй комментарий, если тебе вдруг понравилось. Ну, а также я буду знать, что это кому-то зашло, и я постараюсь, да, сделать качество видео и прочее, то есть лучше. Сейчас я записываю на простой обычный телефон. Вот, я могу купить хотя бы себе какое-нибудь там, не знаю, освещение, стойку вот и прочее. Без проблем. Просто мне надо знать, как бы, зайдет это или нет. Алишерка, без обид, что я использую твой хэштег Easy Rap. Ну, хотя, в принципе, ты это видео не найдешь все равно. Чтобы нам написать максимально быстро текст,
ну, не больше там, чем 5-10 минут, да, что мы будем делать? Ну, по сути, это трек калька трека Моргенштерна. Почему? Поэтому текст особо сильно не должен различаться. Мы просто пишем Моргенштерн, почему текст? Да, можете меня захитить и дизлайки поставить, что я так делаю, но тем не менее. Я же вам показываю, как быстро сделать. Так, находим текст. Знаешь, почему я богатый молодой? Знаешь, почему 10 лямов на ладонь? Знаешь, почему мой секрет пиздец простой? Знаешь, почему просто я делаю, что хочу? Мы вот тут просто можем изменить, например, знаешь, почему я, блядь, нищий молодой, да? Знаешь, почему часто ухожу в запой? Мой секрет пиздец простой, просто я делаю, что хочу. Просто делаю, что не хочу. Поэтому у меня все вот так, понимаете? Ну вот, блядь, короче, сейчас накидаем текст. Тупо берем этот текст, да, выделяем его. Вставляем в текстовый документ. И начинаем ебашить свое. Что я там говорил, знаешь почему? Я богатый молодой. Я, блядь, нищий молодой, да, и вот, то есть, таким макаром начинаем вбивать. Ну все, текст накидал, в принципе, блин, ушло буквально несколько минут. Это, в принципе, самый легкий и быстрый способ, нехороший способ, не делайте так, пожалуйста. Копипастить, да, тупо копипастим и редактируем. Ну, блин, нам надо по Шурику все сделать и поехать на работу уже наконец-таки. Потому что если я не успею, будет пиздец. Итак, берем наш чудо-микрофон Dexp. Рекламу делаю, да? Со стоечкой, все как надо. Качество, кстати, оцените потом. Подсоединяем разъем USB, что очень удобно, не мешает никаких соплей и прочей хрени. Поп-фильтр также имеется, что очень четко. Я знаю, что некоторые из вас любят делать поп-фильтр из чего попало, но в принципе тоже сойдет, почему бы нет. Удобный разъем, то есть под наушники, да, сразу не с ноутбука, а здесь своя получается как встроенная звуковая, ну не карта, звуковая система, то есть она какие-то лишние вот эти помехи, шумы, она их убирает. Заходим в Adobe Audition, создаем, что мы создаем? Создаем, короче, новый проект. Создаем, да, создаем. А тут у нас минусовочка есть. Вот, мы скачали. Погнали. Знаешь почему? Знаешь почему? Yeah, wait, wait. Wait, wait, yeah. Я, бля, нищий молодой. Часто ухожу в запой. Мой секрет пиздец простой. Просто делаю, что не хочу. Да, чтобы вы понимали, я записываю прямо в такой обстановке. Вот тупо ноутбук, микрофон, наушники и все. Сейчас быстренько докидаем партеечку и все. И поехали на работу. Сводить трек я, конечно же, сам не буду, потому что у меня просто нету времени. А еще мне лень. Я могу его свести, у меня нету времени. Если вы заметили, там шум холодильника был, он как большой рефрижератор шумит. Ну, я даже в таких условиях записываю треки, то есть мне вообще пофигу. А не спонсор этого ролика — молоко «Здоровое меню». Здоровое меню. Сила в каждом глотке. Фу, блядь. Кислое, что ли, нахуй? Короче, налил воды с фильтра. Вкус свободы. Знаешь почему? Я, бля, нищий молодой. Знаешь почему? Часто ухожу в запой. Знаешь почему? Мой секрет пиздец простой. Знаешь почему? Просто делаю что. Сохраняем дорожки, отправляем сводчику. И в принципе мы разъебались с этим дерьмом. Попробуем снять на заводе на моем что-нибудь. Ну, какой-то, конечно, это не будет видео, да, как там у Моргенштерна, потому что тупо у меня нету ни возможности, ни финансов и так далее. Но я думаю, что-то можно заснять.
на заводе, скажем так, в таких условиях, на работе прям. Потому что дома, да можно и дома снять, но на работе интереснее. Ну вот и все, я пошел собираться на работу, а вы чекайте видео, чекайте трек и оставляйте комментарии, подписывайтесь. Опять же, если вы случайным образом нашли это видео. Все, давай. У меня осталось 8 минут. Мне надо быстро переодеться и уебал.